Мне надо найти одну хрень. Короче, One Piece — это аниме про пиратов. Типа, и челик съел фрукт и стал растягиваться. У него все руки стали растягиваться. Да какую-то херню смотрел, типа черные библии. А ВКонтакте все квадратиками прикрыто. А это, по-моему, не только ВКонтакте, чувак. Это именно фишка самих японцев. Они же везде квадратиками прикрывают. Вообще везде. Блин, как же аниме одно жесткое называлось? Черную Библию я знаю, Черная Библия нормальная, такая жесткая тема. Забыл, как аниме называлось, там главный герой был русский. Да. Ебать. Ну-ка я даже загуглю. Аниме. Там что-то связано главный с герой. верой, короче. Главный герой русский. Он убивал каких-то антихристов там. Его Саша вроде звали, блин. Блять, ты че, серьезно, что ли? Ты веришь, что это японцы рисовали, а не русские просто Да, в стиле аниме? Я тебе отвечаю. Я даже смотрел, пока у меня нервы не сдали. Ну там просто такая жесть. Ну это, наверное, не такое, как Черная Библия. Может, полегче, но... Ну это не хентай, как я понял, да, то, о чем ты говоришь? Ну, это, короче, почти. Ну нет, нет, нет. Я хуй знает. Слушай, я не знаю, так найти сложно. Мне на ум так ничего не приходит. Сейчас, я его найду, Изи. Сейчас, подожди. Ghost in the Shell, вот смотрел. Ghost in the Shell я, по-моему, кстати, так и не посмотрел. Потому что это было давно, когда я услышал. Вот, я его уже нашел, я тупо. Как называется? Сейчас. Seikon on Kyuasa. Блять, я по-русски... Квайзер со стигматы, все, вспомнил. Я такого не знаю, нет. Посмотри, посмотри. Ну, погугли. Так, еще раз, квайзер со стигматой? Да. Квайзер со стигматой... Ух, 3-3-6. Главное то, откуда он силы брал, это, блин. Мне не очень было это смотреть. Так. В далекой Японии есть все. Святого Михайлова. Жесть, ну японцы могут, блядь. Таинственные ады алхимии. Получай сому. Да-да-да. Из заснеженной России Саша Хелл. Молодой ад со стигматом в виде восьмиконечного креста на лице. Александр начинает свой священный поход за очищение школы от зла. А если учесть, что... блять, главную союзницу героев зовут Тереза Берия, блять. То врагам веры точно не позавидуешь. Тереза Берия, пиздец. Как ты вообще на это дошел?